Собак, ты куда? Ты куда? Привет, привет, привет. Привет. Друзья, всем привет! Ну что, наступила золотая осень, и мы начинаем нашу осеннюю экспедицию на Печору 2024 года. И я знаю, вы бы меня, наверное, не простили, если бы я поехал без бати. Всем привет! Батя решает рабочие моменты. В общем, что, друзья, едем мы на Печору, как и я вам обещал. Осенняя экспедиция 24 года. Повторяем, как и в прошлом году. На этот раз мы едем с Анатолием Юрьевичем. И второй экипаж — это Валентин Иванович, ну и Роман. Тоже у меня видео бывали. Знаете их хорошо. Ждем их на трассе. Договаривались часов где-то 12. Время еще 11:30. Мы с батей рано приехали. Утром перейдем в Печору. Добираемся до точки на лодке. До прошлогодней точки, где мы рыбачили, и будем 5 дней полноценных рыбачить. В общем, в предвкушении я в большом. Но вы очень пунктуальны. Уважаемые друзья. Минутка в минутку, главное, да, прям раньше аккурат. Раньше приехали на 3 минуты. Да. Здравствуй, дорогой Анатолий Юрьевич. Привет. Привет. Здорово. Привет. Здорово, здорово. Привет. Собрано? Собрано. Да. Все, готовы в путь. Я да. Хочу, давай затягивать. Блин. Шмурдяка тоже у вас тут хватает. Да, да, знаешь, хватает, Андрюх. Банда в сборе. Валентин с Ромой добрались. Аккуратно, минута в минуту, не позже, не раньше. В общем, сейчас чайку пьем, собираемся. Надеюсь, что к вечеру, к ночи точнее, мы доберемся все нормально. Все проверили. Сейчас проедем километров 100. Также еще раз проверим прицепы наши. Ребят, тоже лодка уже надутая. На прицепе на бортовом стоит. В общем, начинаем нашу экспедицию. Пистар, пистар, я охуй. Как дела, все нормально? Не понял. Я дома забыл, елки мотался, что труба. Рома развернется и обратно поедет. Он интригу держит, интригу, Рома. Стали, друзья, на обед. Пойдем покушаем в столовку. Удалась котлета. Вкусно поели. Очень вкусно. Наливай. Очень классно. Пообедали. По чуть-чуть можно было. Можно в дорогу. Можно в путь. Ладно, погнали. Пару слов. Хочу сказать, что мы уже на пароме. Время 8 вечера. В общем, мы когда были в Ухте, заправлялись, посмотрели и вроде поняли, как мы успеваем на паром к 8 часам. В 20:00 паром последний отходит. Мы просто без остановок в Ухте сели, заправились и как газу дали. И буквально подъехали без 10:08 на паром. Только подъехали, паром подъехал, мы заскочили. И мы уже переправляемся через Печору. А планировали вообще мы здесь ночевать перед паромом и потом уже утром переправляться. Теперь что, мы Печору переходим, кушаем, потому что мы просто с Ухты даже ни разу не останавливались. А немножко отдыхаем и потом доезжаем до точки, где мы скидываем наши лодки.
и где мы уже пойдем на лодках. Оттуда доходим, там буквально несколько часов спим, отдыхаем, и утром уже, с самого раннего утра, уже идем сразу на лодках, чтобы не терять это время, паромы, езда, дорога. В общем, друзья, все получилось, все сложилось удачно. Мы на Печоре. Темно. На Печоре в темень такую я еще ни разу не переплывал. О, такая, да. Смотри, здесь чай Рома будет, так поехали. Поголодались. Андрей, иди кушай. Че ты? Я на работе. Мне нельзя. В 15 метрах от Печоры, правее нас Печора, мы сейчас попили чай, перекусили немножко, поболтали, постояли. На улице идет дождь, кстати, дождя не обещали по прогнозу, но дождь идет. Настроение боевое, настроение хорошее, впереди целая неделя, будем рыбачить, будем искать хороших трофейных экземпляров, ну и, конечно, вам показать интересную и, я бы сказал, даже уникальную рыбалку. Всем спокойной ночи. Ну что, друзья, всем доброе утро. А время у нас 4 утра, и уже вылетела мошкара. Вот такой вот у нас друг встречает нас, да? Друг. Я как зовут-то? Ходит тут, лапу дает. Такой добрый. Дай лапу. Дай лапу. На, скажи, я скажу не только лапу дам, я скажу, если я еще и почесать дам. Да. Эх ты. Вот это зверь. Ну-ка, тихо. В общем, друзья, сзади меня Печора. Проснулись буквально минут 15 назад. Кстати, ветер уже поднялся. Ветер дует хороший. Но пока еще волна не очень большая, так что сейчас быстренько собираемся вперед. Чего ругаешься? Чего ругаешься? Иди сюда. Иди сюда, иди. Вот такая у нас загрузка вещей, просто тьма. Волна местами до 1 метра доходит высотой, но больше полуметра волна. Невозможно идти, лодку заливает через борт передний. Встали думать, что дальше делать. Вот она Печора-то во всей своей красе показывает, кто здесь хозяин. Ура, друзья, мы добрались, а? Наконец-то, просто. Это была самая трешовая моя поездка именно на лодке, потому что такая волна, волна ровно метр. Вот такой волне я еще не ходил ни разу, если честно. Валентин с батей едут, набирают воды, ищут дрова, а мы с Ромой разбиваем лагерь. Ставим две палатки. Летняя палатка Polar Beard, которая у меня шатер, будет у нас кухня. И у меня новая палатка, новая старая палатка, это Берег МФП-4, старую вы все уже знаете, теперь у меня она точно такая же, только уже новая, я вам все покажу сейчас. Трава. Ага. Давай. Так, нет. Нет, это не сюда. Сюда повернем. Вот так вот, ага. О, давай, давай. Вот так вот, ага.
палаточный городок, в котором мы будем жить целую неделю. Палатка МФП-4, берег, считаю, одной из лучших универсальных палаток. Сделана она из Оксфорда. Кстати, отличается она от УП остальных палаток берега. Оксфорд здесь немножко чуть потоньше. Идет уже с таким вот тамбуром. Это у них новинка. Продается отдельно от палатки. Но тамбур удобно, друзья, тем, что здесь можно сделать крючочки внутри. Повесить куртки, все что угодно. Обувь сложить, дрова положить. В общем, удобная вещь от дождя, от снега. А так, друзья, стандартная палатка. В этот раз у меня уже в расцветке камыш. Палатка МФП-4, я уже той пользовался старой и пользуюсь до сих пор уже 4 года. Я ее хорошо знаю, палатки себя уже зарекомендовали очень хорошо. Уже кипит. Вот, здесь поставили стол для готовки, наши термобоксы. Я это еще расскажу про термобокс тоже, но у меня на 60 литров от Camping World. Это для еды. Вот такая у нас мини-кухня будет, в общем. Юрич приготовил рогатину для умывальника. Сейчас повесим еще умывальничек. А? На медведя. На медведя, да? На медведя, говорит. Че, Рома, подсох? Ебуть и мурды мыть. Нет еще? Ебуть и мурды. Так ты куртку снимай, пускай повесил на солнце, пока ходишь туда-сюда. Порыбачим полдня, посмотрим, проверим наши прошлогодние точки. Мы, кстати, на том же самом месте, когда мы в прошлом году с Серегой с Дрюней здесь просто проводили сумасшедшую рыбалку. Надеюсь, как минимум повторить то же самое. Покидаем нашу базу. Сейчас попробуем сначала на входе протоку половить. Мелкий окунь. Не, надо отсюда из протоки выходить. Весь ветер не даст рыбачить. Вот он, первый, друзья, печорский окунь. Ну как? Ой, средний. Средний, да. Да что это средний? Ну что, берем его, нет? На пожарить-то. Не, ну да. Ладно, возьмем такого. Ударяет, да? Ну. О, тоже ударяет. Ударял, Есть, слушай. Слушай, он там стоит. Да-да-да, он там стоит. О, ну сколько, 500? А ты тут точно есть. 500, да. Говорю, друзья, опустил зимнюю удочку с ратлином, вот таким вот. Сейчас, подожди, еще раз попробую. Для... Давай, давай, чё. О, уже удар. Все, есть. Правда, да? Да. Ни хрена. Ух ты, друзья, вот это да! Друзья, смотрите, что творится-то! Ребят, смотрите, а! Привет! Вы посмотрите на это лицо! Человек первый раз на печоре! Анатолий Юрьевич, это печора! Ну-ка, покажи вам! Здорово, ваши! Кукушок! Там яма начинается. Вот там глубина 7-8 метров. Так, друзья. Ставим мы на ямку. Попробуем поджиговать лещуку. Блин, 24 грамма мало. Не пробивая дно. Мало, 24, мало. Вот тоже берег меняется, да? Ее все валит, валит. Видишь, туда, туда моют. Ага. Сюда валит. В прошлом году вообще по-другому все было, берег. Вообще другой берег был. О, щука хорошая, хорошая щука попала. Ага,
И главное, молчит такой. Давай, 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 папа. Не-не-не, ты сильно не давай, не давай, в коряге уйдет. Давай, давай, давай. Во-во-во, давай, давай, давай. Щука-то хорошая, смотри, какая. Я говорю, тут щука есть. О, щука-то хорошая, пап. Давай, давай. Стой, 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 стой. Таскивай, таскивай, таскивай из-под лодки. Вот так вот, друзья. Давай. Поздравляю! Ваша первая печерская щука летняя. Ну тут, слушай, 2,5-3. Трёха-то есть. Трёха-то есть, да. Да ладно. Ага. Ну-ка, давай, ты возьми поперек ее, как положено. Ну что, как ваши ощущения? Пониже. Как ощущения? Отлично. Отлично, да? Отлично. Батя поймал свою первую щуку, первого окуня на Печоре. Классно, и щука такая хорошая, 3 кг. Блин, взяли с собой весы и батарейку воду потеряли, не можем взвесить никак. Осталось там в палатке. Ну да ладно. Около палатки взвесим и щуку, и окуней уже вам покажу. Просто сплавлялись и на стук. Стучали по дну, но батя поймал. Не зря дорога, да? Ну да. Тяжелая, сложная. Рыбалка да. На того стоит. На, пап. Держи, 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 держи. Офигеть. Такая же, такая же. Друзья, еще одна. Ничего себе. Это печерский дж... Ничего себе. Удилище 40 грамм, я не могу его поднять. Ты понял, да? Что творит-то? Вот это да. Вот это, вот это, вот это. Вот это да. А приготовься. Я не, это больше, это больше. Ух! Пап, с другой стороны, пап. Не сюда, сюда выйди, сюда выйди. Вот, 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 вот. Давай. Это поболее. Давай, пап. Это поболее. Дай лапу давай. Можешь ехать на базу. Ну что, друзья, моя в этом сезоне первая щука. Хорошая. Трофей. Опа. Трофейчик, друзья. Ну как вам, а? Класс? Я считаю, что просто класс, а? Это 4 кг, 4,5 щука. Примерно, по моему взгляду. Также на стук, абсолютно около того же куста, где и батя поймал. Вот так вот потихонечку мы с батей идем. Макаем резину. Оба уже атрофеились. Батя... Зацеп, да? Ну, сделай слабину, сделай. Сейчас подъеду, подожди. Бати зацеп. Даже так и то зацеп, представляешь? Ух ты, что такое? Щука или окунь? Хороший окунь. О, горб. Горб, да. Ну как горб? Не горб. Такого я отпущу. Это, конечно, друзья, кайф, а? Просто кайф вот так вот половить. Глубина у нас 6 метров.
Ну чё, как успехи? Щука поклёвывает, отпуская. Мелкая? Полтора. У нас тройка, четверка. А? У нас где-то тройка, четверка. А вот сколько окуней взяли? Ну, штук 6, наверное, взяли. А, штук 6, да? 5-6 окуней хороших взяли, ну, да. Ну, я тоже на ратну взял. А-а-а. В отвес, да? Да, да, грамм 300, наверное. Ну, сегодня... Значит, пожарить есть. Рыба сегодня, рыба жареная? Ну, да, да, да. Да, да. Окунь или щука? Окунь. Анатолий Юрьевич говорит, я, говорит, проголодался. Хочу, говорю, что-нибудь скушать. Я говорю, ну поехали. Вот, друзья, такой ветер был сильный, что даже палатку складывает. Ветер нехилый. Дул. Ух ты, есть! Щука, что ли? Небольшая. Сразу, видно, в пасть кинул ей, что ли. А, слушай, нет. Срога! Запасть! Ты понял, нет? Че, будешь жарить ее? Можно жарить вместе с окунями. Что будешь жарить? Конечно, можно ее пожарить. Офигеть! Ты понял, нет? Кому сюда не поверят? Ну, друзья, сорога на джиг. Сорога грамм такая. 300, 200, наверное, 300, да? Да, грамм 300. Не крупный, мелкий окунь. Сразу взял, да? Сходу. Ты кинул якорь, да, Вов? Тут ударил. Блин, ясь. Ясь, пап. Это, походу, дело ясь стоит. Ничего себе. Такие удары. Язык, друзья, не можем найти окуня никак. Стукает под язык все. Кипоклевки, окунь взял. Слушай, а то она подойти, пап. Да, хороший окуняра на рекой. Ну как хороший? Такой, взял такой окушок. Ух ты, ничего себе! О, ух ты, ничего себе! Вот это хороший окунь, офигеть! Офигеть, это да, друзья. Вот это хороший конь. Ага. Офигеть, посмотри. Друзья, ну что, это сегодня самый крупный. Это 700 грамм. Окушок. 700 грамм. Ничего себе, вон, подтяжки какие. Ничего себе, блин. Вот это да. Сошел. Ух ты, ничего себе. Угу. Вот это, да. О, конь. Очередной. О, друзья, вот такой упался. Че, брать его нету? Так-то на вялку-то можно засорить его? Круто, если. Вон, 500-ки. Раз, 500-ка, два,
500-ка. Ну, полкилошная. 500-ка. Стандартных. 500-ка. Окунь местный. 500-ка. Ну, да. Или чуть поменьше. Mm-hmm. А, слушай. 3, да? 2680. Mm-hmm. А, это которая на джинке попалась? Да. 3845. 3200. Ну, я говорю так, 3-4 почти. 3200, 3800. Ага. А это? 730. Ну, вот это, блин. 730 грамм, друзья, самый крупный окунь. Щука 3800, 3200. 605, ну, 600. Ну и вот эти 500-ки надо, как у нас. Наверное. Потихонечку быт налажим. Валентин Иванович сейчас будет готовить рыбу жарить. Я вам сейчас покажу, что мы там состряпали. Вот оно, я печку разожгу пока, чтобы потом уже было тепло. Большая сковорода. Влезла? Всего 4. 4 окуня. Вот. 4 окуня? Не считай. Это причем еще шкуру сняли. Да, хвосты пилили и голову убрали. Ага. Ну вот какие крупные. Ага. Не знаю, может, градусов. Это надо подумать. Так. Вкусно как? Окунь жареный. Это отпад. Семга рядом не стоит. Нет, что-то.